Разговоры о трансфере в «Зенит» шли и раньше, но сам переход произошел очень быстро. Принять решение было несложно. Я все хорошо обсудил со своим агентом и с семьей, с родителями. Все были за переезд. Предложение «Зенита» оказалось очень хорошим. Все довольны. Но у меня были предложения от других клубов. Полгода назад звали в Анжи. Были отличные финансовые условия, в том числе и для Порту. Но я решил отказаться. Потом речь зашла о Санкт-Петербурге, куда я приезжал играть в матчи Лиги чемпионов. Мне уже тогда понравился город. И обстановка, и условия оказались здесь более интересными. Да, за меня заплатили большие деньги, но давление болельщиков и журналистов я не боюсь. К давлению я привык в Порту, где все ждали от меня голов. Меня это не сильно волнует. Думаю, что буду играть и будут успехи. Что касается климата в России, то да, возможно, проблемы, но небольшие. Конечно, придется привыкнуть к более холодной погоде, но надеюсь, на результатах это никак не отразится.